День добрый, девушка. Скажите, пожалуйста, вы знак, может быть, не заметили? Заметила. Поставили знак? Год назад уже, а то и больше. Вон он стоит прямо на уголке здания. Красиво, симпатично. Сейчас отъеду, посмотрю. Вот, спасибо за понимание. Не пугайтесь, девушка, мы добрые. Здравствуйте. Вы красиво, аккуратно припарковались, как положено. Я очень рад, что вы такой хороший водитель. Но за исключением одной проблемы, вы не заметили знака «пешеходная дорожка», который запрещает движение автомобилей по этой зоне. Общественное движение «Стоп-хам». Нет. Знаете, а я веду группу по правильному питанию. Не хотите присоединиться? Нет, спасибо. Странно. Вы тоже, наверное, замечаете? Вам... Нет, понимаете, я, может быть, питаюсь неправильно, но это уже мое личное сугубо дело. Но вот вы, заезжая автомобилем на пешеходную зону, вы подвергаете опасности тысячи людей, которые здесь ходят. Есть. Права есть, машина есть, езжу. Домой на ручках вы с собой забираете. Помогите мне, я женщина одинокая. Смотрите. Найдете место? Вот. Вот парковочное место. Вот между двумя этими чудесными автомобилями. Нет, там знак для инвалидов, оно чуть раньше, вот два места парковочных. Они в начале, а потом идет обычная парковка. Вот. Я вам нашел мгновенно. Я живу в Москве. Это не имеет значения, где я живу. Вот так. Давайте вы машину уберете, подойдете к нам, и мы с вами пообщаемся. Ну, мы вынуждены будем высказать свою претензию к вам в виде стикера на лобовое стекло. Мы должны. Сколько? 9 лет. Мы очень нежно относимся друг к другу, все соседи. А при мне здесь человека вот просто вот. Я иду спокойно, смотрю, едет. Один человек идет, второй с пакетами. Первый и второго легко и непринужденно сбивает, даже не обращая внимания. Да, вы что, серьезно? Где же а вот буквально пару недель назад. Пару недель назад. Вы машину убираете? Иначе что? Иначе письменная претензия. В каком виде? В виде наклейки на лобовое стекло. Вы мне правда это сейчас делаете? Да. Правда? То есть я правильно понимаю, что сколько вас? 9 мужчин угрожают физической расправе мне одинокой. Физической расправе? Вы да, что? Это я, моя собственность. Вы что? Господа. Тем более, как видите, я здесь один стою, тут, ну, ребята просто отдыхают. Нет, почему? Он там подошел молодой. Ну, молодой человек мне помогает. Вы убираете машину? Да, нет. А мне кажется, что наша дискуссия не закончилась. Наклеивай наклейку. В смысле? Я на вас в суд подам. Подавайте. Отойди, пожалуйста. Два, один. Нет. Что ты готовил? Значит, я хочу, чтобы вы знали, что вы сейчас снимались на камеру. Все. И все ваши действия. И я еще вам желаю, молодые люди, чтобы в вашей жизни все было так же, как сегодня вы поступили со мной. Всегда. По правилам дорожного движения. Спасибо. Нет, господа, по правилам. Просто в мире есть справедливость. И справедливость на нашей стороне. Подошли ко мне и угрожали. Вот это поворот! Вот вы так. Сейчас... Подумайте о том, что почему? Вы говорите. У нас на камеру пишется мне каждое наше на слово. Пишется, никто вам никогда в жизни никакую угрозу не выскажет. Как? Вот так. Вы все просто. Вы сделали действие. Даже не словесно, письменная а претензия. Куда? На лобовое стекло. Вы могли бы мне оставить свои паспортные данные? Может быть и мог бы, но не хочу. Вот совершенно не хочу. Ну, не желаю. Бывает такое. Подойти к моей собственности и наклеить на нее какую-то
ну, бумажечку и не оставить мне свои данные. К вам я подошел один, вежливо попросил вас. Вас 9 убрать... человек. Мужчина. Они подошли позже. Претензии, там есть экипаж ДПС, подъедьте туда, вам выпишут еще штраф, и будет все хорошо. Ну кто вы такие? Вы представители закона? Нет, я человек, хожу по тротуару. Это обычный пешеход, который мимо проходил. Я не подхожу к вам и не клею, что вы неприличный, непорядочный человек. Вы сейчас едете по бордюру. А я считаю, что вы непорядочный. Заметьте, товарищи, вот обычный пешеход, проходящий мимо. Почему? Вы здесь можете слазить женщину с ребенком. Это законная представитель власти. Кто? Когда ко мне подходит ДПС. Вот вам знак установил, законный представитель власти. Вот, вы заезжали. Вы сейчас купили? Я что нарушила? Расскажите. Вы заехали на тротуар. В какой тротуар? Вон знак стоит, пешеходная зона. Вот он, к вам спиной. Вы что, на полном серьезе это говорите? Да, пройдите, посмотрите. Откройте правила дорожного движения и почитайте. Вы права купили или вам их подарили с машины? А почему вы меня оскорбляете? Я не оскорбляю, я спрашиваю. Вот стоит знак, его нету. Вам ваше мужское достоинство как? Купили, подарили или вы просто мать нет? Родила и подарила, да. И поэтому вот вы, знак вы себе позволяете так что? Вести да, себя? Да. А почему вы позволяете так вести? Девять мужчин, вы против меня воюете сейчас? Кто воюет? Вам объясняет, что вы не правы, девушка. Вы понимаете, к вам подошел посторонний человек, даже не мы. Вы правда это делаете? Понимаете, я вот сейчас здесь встану назло вам к заднему бамперу и вызову экипаж ДПС. Подождите, вы и вас оштрафуете. Что, я угрожаю? Нет, вы это констатирую факт. Я встану на законное нет, пешеходное вы мне говорите, место. Я сейчас вам встану. Назло, сказали вы. Скажу, что вы мешаете тротуару ходить по тротуарной зоне. Я серьезно. Есть пешеход проходил мимо. И вот даже люди посторонние возмущены тем, что здесь ездят автомобилисты. Знак сзади вас. Вот он. Это вам не дает права заезжать на пешеходную зону. Нет. Вы можете припарковаться на месте для инвалидов, оно вон там, в конце этого ряда. Вот, видите ряд машин, припаркованных по правилам? В конце этого ряда есть два места для инвалидов. Вот, знак вам позволяет там припарковаться. Ты, смотрю, умный такой. Да, очень. Ой, блин, слушай, кому мы доверили наклеить? Автомобиль, который вы сейчас видите, стоял по другому адресу, откуда мы временно ушли, так как тротуар там был очищен, за исключением оставшейся дамы на Ниссане, которая ожидала полицию. И тут вдруг эта Мазда подлетает уже на другую пешеходную дорожку, и начинается это. А вы куда так на... Простите, пожалуйста, под знак. Прежде, послушайте. Да, слушаю. Прежде чем вешать вот это вот, да. Обратите... Подъехать в магазин, снимайте. Вы быстро. Серьезно, что ли? Конечно, я не... Вы можете пожалуйста. Заехать под знак, под я пешеходную не... дорогу? Молодой человек, я... Знаки везде послушайте. На все туристы. Я вас слушаю. Еще раз вам говорю. Я кричите, подъехала к магазину, понимаю. Еще так. Раз вам говорю, с так. Маленьким ребенком, у которого инвалидность. Так, а как вам это, как к водителю относится? Я ребенка, вот мой ребенок находится. Вы можете, я вас очень прошу, сейчас сесть в автомобиль, чтобы ребенок пожалуйста. Не нервничал. Да, чтобы я ребенок... вас, я сейчас думаю о ребенке, не о вас. Да пожалуйста, вот сядьте, именно. Чтобы... Чтобы посмотрите, у вас ребенок в машине, у вас сейчас ребенок в машине плачет. Вы не могли, пожалуйста? Да, вы не могли вы сейчас бы нужны убрать мне там. Вот это вы нужны сейчас там. Да, вот именно, и заберите вот это. Все, вы, пожалуйста, не нарушайте больше правила. Убирайте. Если даже, вот к сожалению, ребята, к сожалению, послушайте это, меня. Вот к сожалению, у ребенка инвалидность. Но вы водитель. У вас-то вот инвалидности человек, нет. У вас будут свои дети. Будут. Будут? Будут. Помните пожалуйста, меня у вас все, мы вас вспомните. И так, мы вас и не забудем. Я вам что-то. Искренне желаю. Это плохо, нельзя желать тогда другому человеку зла. Снимайте. Все, я вас очень прошу, в добрый путь, все. Ребята, чтобы без конфликта. У вас ребенок, пожалуйста, показала. Можете уехать. Да, у меня ребенок. Можете уехать, пожалуйста. Я еще раз говорю, я подъехала, потому что мне удобно, у меня маленький ребенок. Но не надо ставить машину там, где удобно, надо ставить там, почему где положено. Почему на мою машину? Больше ни на какую. Там стояло два автомобиля, ваш и еще один, на котором молодой мы также человек, разместились. Молодой человек, я не знаю, что вы разместили. Как вам не стыдно? Я вам говорю, хорошо. Мне не стыдно, мне хорошо, не стыдно. Молодой человек. Я очень долго думал, показывать вам этот фрагмент или нет, который, наверное, вас тоже повергнет в шок. Эта женщина так кичится инвалидностью своего ребенка, будто это совсем не горе.
прикрываясь этой бедой как привилегией над остальными для тех или иных действий. Мы искренне сожалеем, что люди сталкиваются с такой бедой. И в данной ситуации очень печально, что дитя переживает стресс из-за ошибки своей матери, которая так безразлично игнорирует плач ребенка. Вы можете к ребенку, пожалуйста, сесть? Я вас очень прошу. Можете, пожалуйста, сесть к ребенку? Я вас очень прошу, можете сесть к ребенку? В машину можете, пожалуйста, сесть? Давай. Все, я от вас отойду. Чем быстрее я от вас отойду, значит, тем быстрее вы сядете к ребенку. Это очень плохо. Нельзя так. Вы в курсе, что Господь все видит. Все, хорошо. Уйди, пускай она уедет с ребенком. Не дай бог она. Все работаем. 9 лет. Я купила машину, я на нее копила. Какое вы имеете право? Мне ничего. Заезд на пешеходную зону. Вы заехали на пешеходную зону. Вы гаишник? Нет. Я обычный гражданин. Ну вот, помощник Москвы. Я вам. Я обычный гражданин. Я имею это право делать. Я могу просто подойти к человеку спокойно и сказать. А на гаишник не имеете права клеить на машину? Это уже просто дело каждого. Ущерба моей собственности. Молодой человек, если пойдет по пешеходу человека, я не увижу. Вы понимаете, я могу оказаться под... Вы понимаете, я могу быть человеком из-за вас. А вы когда заехали на пешеходную зону? Вы вообще не понимаете ничего. Ну, а вы заехали на пешеходную зону. Какую? Ну, вы... Вот здесь пешеходная зона. Есть знаки. Понятно. А можно я сюда? Да. Можете сюда даже сесть, по-моему. Данные свои назовите. На каком основании я вам должен давать свои данные? В письменном виде мне... Вас жалуют. Вы вот мне когда покажете постановление... Устное заявление достаточно оснований для того, чтобы мне ваши данные переписать. А мы сейчас на нее коллективно пожалуем. Вы можете пожаловаться на нее коллективно. А у меня паспорт на замене. Ладно, сейчас капитан пойдет, ДВП, ДПС. Старые данные нет, не помню. Ну хорошо, в отделе сейчас по отпечатку пальцев. А у меня отпечатка пальцев нет в отделении. Она нарушила, понимаете? Есть такое приложение, помощник Москвы называется. Вы можете сфотографировать, гражданка понесет ответственность административную. Она заплатит штраф, но ее имущество портить вы права не имеете. Это она вот пускай сюда вызывает независимого эксперта. Я вам показываю то, что у вас тут, вы наклеили наклейку на чужое имущество. Вы не имеете права этого делать. Она не имеет права есть по тротуару. Она не имеет права, я с вами согласен. 1-1. Она меня чуть не сбила. Я упал и лицо наклеил. Ну, сейчас будем разбираться, пожалуйста. 1-1, ты какой-то. Я когда 20-й приду. Единовки заебал на секунду. Тише, Матан, ты че, друг? Потом мне придется доказывать, что ты не с нами. А я не с вами. А, он сам по себе. Он рядом. Он здесь живет. Вон еще одно тело едет. Сейчас еще раз упаду на клейку, там мубаух разобьется голова нечаянно. Сядь. Чего вы на меня пальцем показываете? Я клеил наклейку? Я могу клеить. Вы можете написать на меня заявление, но только потом давайте вас по другой статье привлечем. Это вообще интересно. Человек, который меня здесь. А я не буду спрашивать. Я не буду спрашивать вас. Вы только что сказали, что я вам клею наклейку. Я представляю, какое объективное заявление вы сейчас напишете женщина. На человека. Женщина. Вы напишите заявление. И мы поедем в отдел разбираться. Я вот сейчас уже представляю, какое она напишет заявление, утверждая, что я наклеил человека, которого здесь рядом даже не было, который только пришел, а я и клеил. Дадите объяснение и сделают выводы, статья исходя из этого. Какое объяснение? Я вот только сейчас ее первый раз вижу. Объяснение в чем? Что я сейчас увидел женщину, которая говорит, ты клеил. Так я или не я в итоге? Зачем вы сейчас провоцируете? Вы видите, я провоцирую. Я сейчас общался с вами. Да мне все равно, какое состояние. Я сейчас общался с вами, а она пальцем тычет и говорит, а я к ней не пристаю. А как вы определили, что к ней кто пристает? Я вижу то, что вы повышаете голос, стоите, размахиваете руками. А что то, что она сейчас, например, начинает на меня, извините, клевету нагонять, что я клеил вас, это не смущает? Я понял. Вы давайте выполнять свои обязанности, пока пресекаете правонарушения остальных участников дорожного движения. Я не сотрудник ДПС, понимаете? Вы полицейский. Я сейчас выполняю свои прямые обязанности. В чем ваши прямые обязанности? Заявление от пресекать правонарушение, правильно? Пресекайте. Да, и я вам сразу скажу, пацаны. Так, пацаны, давайте. То, что на опубликацию видеосъемки с моим участием я разрешения не даю. Дайте угадай, вы посмотрите ли обучающий фильм? Да, так же, как и вы. Все, я надеюсь, мы друг друга услышим. Услышим, хорошо. Ладно. Мы вас сейчас не задерживаем.
Ну вы просто ее оставьте сейчас в покое, видите? А мы ее не трогаем. Мы ее не трогаем. Я к тому, то, что я не говорю то, что вы сейчас... Ну мы поняли. Просто понимаете же ситуацию. Мы видите, а мы же вызвали полицейских. Если мы не понимали, мы бы не вызывали. Да. Просто видите, в каком состоянии женщина. Это она сейчас так. Ну, она понимаю, час здесь уже, понимаю. И она не такой была. Вот. Сейчас она скупую слезу почему-то решила пусть. Хотя мы же тоже не дураки, если мы что-то даже плохое сделали, нас бы здесь не было. Мы ждем вас, нам просто любопытно, к чему ну вот это все. Ей выпишу штраф. Ну да, вот сейчас ждем инспектора. А чего он никак не дойдет туда нас? Потому что вы снимаете, пугаете. Они не против. Понятно. Раньше когда-то можно было. Возможно, знак на знак не обратили внимания. Я бы хотела обратить ваше внимание, что молодые люди, они, ну, понимаете, видите, что я в отношении, ведь я человек. Молодой человек, согласно статье 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, видеосъемка, а также дальнейшее обнародование данной видеосъемки, размещение в сети интернет от сотрудника полиции, а также гражданина и присутствующих здесь граждан, разрешается только с их согласия. Я вам своего согласия на осуществление видеосъемки не даю. Вы уверены? Да что ты, черт побери, такое несешь? Уверены, что там так написано? Я вам своего согласия на видеосъемку вам не даю. Вы уверены, что там так написано? Прочитайте статью 152.1 Гражданского кодекса там прям Российской так написано, Федерации. Что я не могу снимать. Я вы уверены? Не давала свое разрешение. Но вы разрешение на фото, видеосъемку сотрудников полиции, а также присутствующих граждан. Вы меня ни о чем не просили. Вы в сторонку отойдите, мы с вами пока разговариваем. А я с вами, я вообще в диалог не влазил. Вы заметили, что я вообще мало что стою? Отойдите, пожалуйста, туда, и там постойте. Я угрожал вам? Молодой человек, женщина, помолчите, я, правильно? Вы отойдите, не вмешивайтесь, пожалуйста. Скажите сейчас, я конкретно подходил и с вами общался, правильно? Вы туда отойдите, пожалуйста. Сейчас можно? Я к вам подходил, вы со мной виделись там. Вы лицемерка. Не надо здесь. Я вы с вами общаюсь отойдите, первый раз. Вот там постойте. В сторонку отойдите, да, вот там все, постойте. Да, все, я встал здесь, все, стою. Вообще, она говорит, я ей угрожал. Первый раз сейчас общаюсь.